Финал студенческой лиги интеллектуальной игры «Брейн Ринг» вышли три команды. Уфимский государственный авиационно-технический университет, Горный колледж и Медицинский колледж. По традиции игра состоялась в Центре детского творчества, и вопросы подготовлены в тему. Работа кропотливая, вопросов было подготовлено большое множество, более 500 вопросов было за весь этот год перелопачено. Тема интересная, так как год кино, у нас все темы освещены, связанные с кинематографом российским. Вопросы в этот раз отличаются от предыдущих лет тем, что, так как сама тема интересная, кино, у нас каждый вопрос подкреплен видео-вопросом. В первой игре встретились сборные команд Горного и Медицинского колледжа. С легкостью ребята Горного колледжа одержали победу со счетом 5-0. И казалось, что во второй игре они одержат довольно легкую победу. Но вышло не все так просто. Команда УГАТУ дала настоящий бой. И после 5 вопросов они вели в счете 4-1. Так как игра до 5 правильных ответов, большинство зрителей отдавали победу команде «От винта». Лишь болельщики верили в успех своих ребят и поддерживали изо всех сил. И это подняло дух участникам команды Горного колледжа. Они сотворили небольшое чудо. Сначала сравняли счет, а в решающем вопросе добыли себе победу со счетом 5-4. Ну, сначала было проще, то есть наша подготовка была как бы показана. То есть, а вот потом уже было сложнее, то что это уже университет, уровень выше. То есть, и был небольшой такой напряг. То есть, команда волнуется, но это заметно сразу. Время пошло. Следующая игра была уже за второе место. Победу одержала команда УГАТУ над Медицинским колледжем. Нам понравилась игра. Один раз проиграли, другой выиграли. Очень интересно и долго готовились. Нам очень понравилось. Много было упорной работы, и мы рады, что мы заняли второе место. Ну а что не получилось все-таки в игре с Горным? Скорее всего, была игра на время, и просто не успели вовремя нажать кнопку. Оставалась игра за абсолютного чемпиона интеллектуальной игры «Брейн Ринг». Победитель студенческой лиги команда Горного колледжа встретилась с победителем школьной лиги сборной 10-й школы. Суперфинал проходил также до 5 правильных ответов. В тяжелейшем поединке победу одержали и стали абсолютными чемпионами интеллектуальной игры «Брейн Ринг» 2016 года команда Горного колледжа. Поздравляю, ребята! Надеюсь, что вы получили большое удовольствие и во время, когда вы готовились, много узнали о нашем российском фильме, о его истории, об актерах. По окончании игры победителю был вручен кубок главы администрации. Также всем призерам подарили денежные вознаграждения. Очередная игра состоится уже в следующем году. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».